Тут плохие парни с большими пушками. Меня окружили в холле. Мне нужна помощь. И чем быстрее, тем лучше. Нужно было как-то добраться до Влада. Я не мог ждать. Дело начало выходить из-под контроля. Я вошел через заднюю дверь. Из углов вставали воспоминания о первом визите сюда. Под свежей краской чувствовался запах плесени. Всем привет! С вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Max Payne 2. Ну что ж, мы добрались до бывшего клуба Ragnarök, который раньше принадлежал итальянской мафии, которую мы убили, которую мы посещали. В этом самом клубе мы убили итальянского мафиози, который там, ну, под наркотиками был и сатанистам поклонялся. Потом этот самый клуб купил Влад и захотел сделать из него ресторан. Вот такие вот дела. Итак, в прошлой серии мы чем узнали? Что в том, на том складе были три силы. Первое. Это мафиози. Итальянская мафия, точнее. Вторая. Это работодатели Финн. И, то есть, Влад. Люди Влада. И третье. Это уборщики. Это третья сила. Все. А мы тем временем поехали в ресторан Влада узнать, что происходит. Что произошло на его складе. Все, пошли. Так, я понял. Я вообще-то хотел взять этот обрезик. Ай, блин, почему ты... Давай еще раз. Да блин, можно как-то же сделать же. Так, сохранились. А о, куда ты побежал-то, а? Так, молодцы, молодцы, молодцы. Еще раз прыжок. Да блин, перезаряди нормально. Да хватит ковыркаться-то, а. Блин, выжили еще. Да, блин, отвалите. Окей, я понял. Короче, нам говоря, к нему пришли какие-то люди. Какие-то. Кто-то разговаривал по другой линии. И... захотели убить Влада. Вопрос, кто они такие, а?
Так, телефон. Крошка, не волнуйся. Я выкручусь, как обычно. Когда это я не выкручивался? И тут Макс. Ты же знаешь Макса. Я тебе позвоню потом. Я люблю тебя, крошка. Влад настоящий джентльмен. Успокаивал свою подружку. Ясное дело, не Энни. Так, он, получается, успокаивал эту девку ту, которая там сидела, там, которая была на складе, да? Они ее убили. Так, а что такое? Это бейсбольная бита из прошлой части. Тик-тик-тик. Взрывчатка, да? Ага. В смысле, я что-то не понимаю. На какую-то куклу прицепили взрывчатку, ба-ба-бах, тик, ба-бабах произойдет. Вроде и кукла, а вроде и взрывчатка. Влад, заткнись и оставайся в живых, я уже иду. Так, окей, мы с ним уже связались, идем дальше. Два выстрела обычно хватает. Да я понял, спасибо. Лучше бы, чтобы она так и была. А ты кто такой? Майк ковбой. А ты у нас кто такой-то? Да, да. Что да. Макс, это я, Майк, друг Владимира. Шериф, не хочешь сделать меня своим помощником? Пойдем вытащим твоего босса, пока он нас до смерти не уболтал. В атаку! Да, давай в атаку. Так, это получается один из человек Влада, да? Окей, ладно, пошли дальше. Нам напарники нужны. Ты же со мной пойдешь, да? Да тьфу, Макс, отвянь ты уже. Не надо зависать таким образом. Побежали нормально. Они сами напросились. Ты просто иди по следу. Приключения капитана Бейсбольная бита. Очень смешной. Бейсбольная бита. Подружка капитана Бейсбольная бита. Ты чё? Пока она не подружка. Вечное проклятие. Понятно. Вот нормально тут. Ты тут пострелял, да? Убери от меня руки, урод. Потише, потише. Просто забирай все, чтобы им ничего. Понятно. Смотри, Вова, они коварные, эти русские ублюдки. Что ты сказал? Смотри, Вова, они коварные, эти русские ублюдки. А, это получается враги. Кто здесь? Они здесь. Ай-яй, больно немного. Немножечко больно. Они здесь. Сохранились. Хватит все. Хитрилось бы сделать это красиво и аккуратно. Логика подсказывала, что подкрепление уже должно быть в пути. Кто-то наверняка слышал выстрел. Логика, как обычно, дала. Окей, хорошо. Идем дальше помаленечку. Это, скорее всего, те самые итальянские мафиози, да? Я прав? Это они? Ну, я думаю, что-то они. Вы что делаете? Мы их достанем. Давай наверх.
Давай наверх. Занят своими игрушками. Наше дело. Винни! Наше. И мне плевать, кто там думает по-другому. Мы занимаемся оружием. Верно. И что ты можешь сделать? Винни. Это точно Италия. Ай, блин. Два выстрела, два трупа должно быть. Так, молодец, сохранились. Не дайте уйти. Понял. Нормальный так упал. Так, молодец, молодец, хороший. Хороший из тебя стрелок. Идем. Это люди Винни, гогните. Так, друг мой, мне, конечно, весело. Теперь более-менее разобрались. Давай живей, а? Окей, я уже иду. А, здрасте. Ты уже погиб, да? Я не хочу, чтобы ты погибал. Пожалуйста, не лезь, а, далеко. Просто далеко не лезь. Так, сохранились. А то опять умрёшь ещё. Умрёшь. Так, да, вниз давай. Я помню эти места. Мы эти ещё херотени ещё двигали. И здесь бегали ещё. Мы эти вот стены двигали еще. Я эти места помню. Смешно весело. Но патроны у меня не бесконечные. Давай живей, а? Окей, окей, я иду. Я с твоим другом уже тут бегаю. Но патроны у меня не бесконечные. Давай живей, а? Так, просто вниз давай. Да блин. Два вниз уже быстрее, беги. Да ты. Не получается нормально сделать. Да иду как можно скорее тут. Ой. Упал немного. Разберешься. Вроде он его убил. Да иду как можно скорее уже. Убили. Да кто еще там внизу? Кто стреляет-то? Откуда? Смешно весело. Но патроны у меня не бесконечные. Давай живей, а? Да иду я. Вот дерьмо. Да блин. Если бы этот еще не мешался под ногами, то все нормально было бы.
А, прыгать тоже нельзя. Что здесь? Как скажешь, шериф. Сохранились, у меня пока со здоровьем нормально. Сейчас по-быстрому разберемся. О, все. Ты где? Сохранились. Ай-яй-яй, больно, больно. Да, блин, что-то как-то сложновато. Да. И не достать не можешь, ничего не может. Просто держись, да, там. Влад не мог дольше держаться. Да я в курсе, что не может ты. Мне из этого вот слишком уж. Так, ты сможешь намного немного пораньше загрузиться? Вот здесь вот. Граната! Граната, граната. Остановить его. Нормально так. Два лучше пистолет возьми. Вот такой, вот такие вот. И туда залетай. Ой-ой, вернись обратно. Так, блин, нужно как-то это. Тут немножечко систему боевую поменяли. Так, сохранились. А в теории их можно убирать их. Да, блин, издевается прямо. Молодцы, спрятались. И добили. Все, я всех перебил уже, почти. Влад не мог дольше держаться. Я почти всех перебил. Я еще помню, это вот мы еще вот и... Вроде вот с той стороны шли, да? С той стороны и сюда вот. А вот, вот здесь вот еще арена была. Так, ладно, что, со мной пойдешь? Мне помощники не нужны, так что... Стой здесь, окей? Стой здесь. Сам разберусь. Сейчас подожди только. А. Еще где-то комплект есть. А, все, нашел. Ну окей, пошли. Нам вниз нужно. Пускай этот здесь сидит.
А я пройдусь. Я тут уже был. Я знаю, что и где. Вот там должен быть этот... Сама арена. Сохранились. Еще раз можно. Так, ну и где кто где находится? Ты один? Так, окей, я понял. Да, немного плоховато тут стрелять. Нормально, так сколько патронов там я в него выпустил. Ничего полезного не случилось. О, молодец, сразу садись. И не вставай, пока сохранились. Вот и его убили. Так, боеприпасы все бери. Которые есть. Дробаш. УЗИшки. О. Все взяли. Да, это оно, это то место. Блин, нужно немножечко пробежать вперед. Еще чуть-чуть. А интересно, на крышу мы попадем? А? Мы на чердак попадем, там где этого? Мы лысого убивали. Как вас тут много, а? Не, меня такое не интересует. Я хочу все сделать нормально. Бери, попробуй. Ух ты, патронов-то у нас тут много. Все, ладно, окей, пойдет. Интересно, а здесь, ну, не разрешат два пистолета использовать, а? Орла. Это я все недоумевал. Хватит там шуметь. Огонь, огонь. Так, давай еще раз. Огонь. На, убили. Хороший пистолет. Здесь-то мне что-то нравится. Так, это мне... А мне отдай. А ты где? А, вы вот они где. А я вас потерял. Ой. Так, два назад тогда уйдем. Вот сюда вот. Где вы? Остановите его.
Где второй? Остановить его. Убили, убили. Сразу садись и отойди. Давай. Решили эту проблему, когда я стреляю. Вроде целюсь нормально. А, попадаю неизвестно куда. Решили проблему? Оказывается. Так, ладно, теперь нам туда нужно, да? Зашили тут, убрали эту вот херню. Там наверху эти вот кресла стояли. А здесь арена была, и как это там. Как называется это место-то? Блин, слово из головы вылетело. Где спектакль происходит? Я это место помню. Это бывший театр, если чё. Это здание бывшего театра. Потом его выкупили итальянцы и сделали здесь наркопритон во главе с наркоманом одним. Мы его убили, лысым с этим. А потом Влад его выкупил и теперь хочет сделать из него ресторан. Это был и театр старый, и наркопритон потом, и сейчас ресторан хотят сделать. Так, не, надо нормально все сделать. Да блин, уже правую дверь. Ну а ей. А куда он уделся-то? Да это Винни. Это люди Винни, итальянцы этого. Подожди, стоп, стоп, подожди, какой Винни? Винни в. Винни мы уже допросили и оставили умирать. Мы его, конечно, не убили, но он, получается, выжил, да? Мы вот как бы это, вот после погони по крышам, мы его догнали и допросили его. Расстреляли его и начали допрашивать. Он нас потом вывел в это здание. Вот на это здание, в котором мы находимся. Еще тогда он наркопритоном был. Блин, я думал, он погиб. А нет, он выжил все-таки. Он рано залезал. Так, бери пестреть. Где ты? Я понял. Две бери ты. Так, теперь чё? Сохранились. Ни хрена себе, опять возвращаются эти бронебойные. Так, там дальше нужно идти, да? Нам нужно идти дальше. В ту дверь. Ой, блин, еще наверху обстреливать где-то. Закрыто.
Не, надо что-то делать еще. Нужно их обстреливать как-то. Ой. Стену еще нужно перекрашивать, которая осталась от наркопритона еще. Ну, Влад молодец, и он почти все закончил уже. Ремонт. Нормально, здравствуй. Где вы? Люди. А, вот он ты где. Просто сразу прыгаем назад. Не, нельзя. У меня уже здоровья мало. Загрузимся на пораньше. Вот здесь вот. Так я не понял, что там они... Что этот винник огните захотел вот... Захотел вот Влада. Так, а можно еще раз? Да ты, блин. Сохранились. Не понял сейчас, вот сейчас я не понял. Почему ты не погибаешь-то с первого выстрела? Нужно дострелить тебя просто. Еще есть 100 дверей вышло. Нужно добить их. Убери. Ай, блин, еще здесь. Не, вообще как-то сложновато. Мы почти дошли уже. Так, сохранились. Можно и пока я одним поработать. Ой, побежали нахрен. Атаковать. Надо грамотно использовать кружки эти. О, можно использовать это. Она на четверку вроде работает, да? Так, у меня что-то... Да, блин, хары мне тут здоровье портить. Такой же косой, как и в прошлой части. Вот точно такой же косой. Сохранились. Да, блин, что, издеваетесь?
А может, мы в дверь можем войти? Не, она все еще закрыта. Ай, подстреливают немного. Немного постреливают. Да закрывайся быстрей. Я пока тут посижу. А если еще круче? Использовать вот это вот. О! Ой, блин, плохо. Да, блин. Остановить его. Так, сохранились. Где еще он стреляет? Еще нет. Здоровье немножечко ушло. Его побужили. Сохранились. Ай, вот еще один вылез. Сколько вас там много-то, а? Целая толпа там бегает. Так, давай. Все, убери. Ну, наконец-то. Что-то произошло уже. Винни Гоньетти. Владимир Лем. Держись, Влад. Я иду. О, ко мне идут. Я, наверное, даже знаю, откуда идут. Ой. Отбросили их мы правильно. Сохранились. Ай, блин. Окей. Еще чуть-чуть постреляли. Так, уже менты прибыли. Так, быстро. Влада нужно спасать. Что-то он ему сделал-то, а? Что опять у вас там началось? Что за терки там с вами там? Рассказывай быстро. Что произошло? Винни Гоньетти, преступный гений?
Мы его уже один раз побеждали уже. Тогда еще. Когда мы охотились на Винчетти. Ну а теперь что? Что опять у них там происходит еще? Убирает всех конкурентов в подпольной торговле оружием. Мелкий бандит явно подружился с кем-то покрупнее. А ты сам что кормишься? Напомни. А, Винни Гонити преступный гений. Убирает всех конкурентов в подпольной торговле оружием. Мелкий бандит явно подружился с кем-то покрупнее. А ты сам чем кормишься? Напомни. В горне перевоспитался. Честная пионерская. С моей водкой ни один ресторан не сравнится. Озолочусь. Энни, это была потрясающая. А ее убили не за грош. Руку тебе сейчас задели? Нет, вчера. Не присоединишься? Сделаем вид, что я при исполнении. Окей. Торговля оружием. А Винни убирает конкурентов, да? А как мы знаем... Вот мы и дома. Где-то в ночи словно открылась дверь. Донеслось эхо прошлого. А, мы забыли, что мы больше не читаем. Когда закрываешь глаза, смотришь в себя, в темноту. А теперь адрес неизвестен. Я давно не спал. А когда засыпал, мне снились кошмары. Я был в плену кошмара. Злой двойник увел мою девушку. В дурном сне что ни делай, выйдет несчастье. Я гнался за ним и попал в мрачный параллельный мир, в город Нуар-Йорк. Я просыпался ночью в страхе, что день — это просто сон. Моим двойником... Короче говоря, Винни захотел... Захотел убрать конкурентов в торговле оружия, да? Таким конкурентом является Влад. Помним тот же самый корабль с оружием, который мы ему отбили у Винчетти? Ну все, давайте на этом мы и закончим. Я погружался в тайну в тщетной попытке поймать его. Ну какая красивая квартира. Все, давайте на этом мы и закончим. Это был лабиринт, созданный моим двойником. С вами был Виктор. Всем пока.